Ирония судьбы с легким паром. Декабря у нас. Сегодня у нас 31 декабря. Последний день уходящего 2020 года. Позвонил вчера товарищ, сказал, вот раз заедем в лесок, как обычно. Ничего нового. Все будет по-старому. Костер, кенты, завтрак в лесу и по домам. А что еще делать-то? Пенсионерствуем. Вот такие пироги. Посмотрим. Пробил. Здорово, непоседы. Здоровье бы не дали. Вас как сюда занесло-то, каким ветром? Кошмарики. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуйте. Борода из вас. Ты подарки нам принес? Принес. Грибы соленые. Соленые, с маслом. На шипов... на и на шиповники. И на облепихи. Ой, ё-моё. Замерли. Ку-ку. Сели и замерли. У меня и веточки. Как мы жнемся. Поклонил. Держи крепче. А, ловкий чуть-чуть совсем. Вот я. А, мне дали, да? Я там чуть-чуть. А ты что? С коньячком. Так. Ну-ка, ребят, демократы. Так, что у нас сегодня здесь? А у нас сегодня все тоже старое. Все по-старому. Пирог из вишни. Сало чуть-чуть. Так, господа. Сладости. Капуста. Сейчас. Под капустой, грибочки. Песянки. Там грибочки есть у нас. Там грибочки есть.
кружку-то брать? Давай-ка. Сейчас вроде. Когда сказали, что тут есть. Так. Начал чувствовать. Паш, ну у меня вон. А что такое? Паша, да вот. Давай. Вкуснятина такая. А что это такое? А попробуй. Скажи, что. На вкус. Потом. А на вкус. Че? Не понял, что это такое? Нет. Потом скажу. А я вкус почти не чувствую. Что у тебя? Ковид, что ли? Вот по два не пирай. Дай пройду. А там картошка что у нас варится? Догорает. Давай-ка картошку туда вытаскивай. Он хочет еще кадр сделать. Маэстро. Вот она. Картошку я вытащил. Светает. Вот такие лапы. Не одни мы, оказывается, угораем. Тут еще вон люди тропинку набили. Только докуда она? Зверек какой-то прыгал. Назад пошел. Сегодня тепло у нас. Градусов 14. После 40-то весело. Бегают.
Там Деда Морозы костер жгут. Спросим, что они тут делают с утра пораньше. Здравствуйте, Дедушки Морозы. Приветствую, господин Декабрь. Декабрь, все. Ну, передаешь нам теперь январян. Декабрь, январь и февраль. Ну, я там мартовский. Ну вот мы и отдохнули, проводили старый Новый год. Сегодня будем Новый год встречать. А вот картошечки сейчас Паша дерябнет. Я уже отстрелялся. Ну рассказывай. Не буду. Что-то, наверное, вкусное будет. Наверное. С одной стороны сгорела, с другой сырая. Да ладно, нормально, я трескал уже. Вкусная картошка. Ну не треснул же. Значит, я не треснул. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Удачи всем. Пока. Все довольны. Все смеются. Вон еще один блукает, там Дед Мороз. Даже валенки одел. Валенки одел. А я и не снимал. Интересно, как это так? Здесь. Будем спать. Надо было пешню взять или еще что-нибудь. Че, дедушка, топорик потерял? Так, один. Может быть. Ну, не знаю. Где он может у тебя быть? Ладно, наверное, поехали. Уже все. А это что? Где? Вот это вот. Я же говорю, здесь где-то был. Говорю, под рюкзаком посмотри. Сколько раз сказал тебе? Один раз сказал. Я поднимал тоже. А покопать? Все, топор нашли. Самое главное, топор нашли. Ну, не самое, но главное. Но все равно. Подожди еще. Ладно, пусть пока горит. Пока еще пусть погорит.
Паша, подожди, пивун. Да, я еще раз расстелю. И все. Паша, а вот так, Паша, сзади, стань. Так, сейчас. Одни счет. Не, вон туда надо. Да, вот так вот. Подожди, Свет, оттуда же он? Да, да. Недоразвитый район. Так, вот такие. На брови натянули. Травку. Так. Ой, ё-моё. Пашка, ты где? Сзади. Вот он я. Вот он ты. Ну, все, дела. Так, рот до ушей. Хоть завязочки пришей. Еще разок. Давай. Вот, молодцы. Ну, посмотрим, что было. Зачем?